Меня зовут Леонид Панкратов, Леонид Геннадьевич Панкратов. Я врач отделения реанимации новорожденных Первой детской городской больницы. Я кандидат медицинских наук. Я соискатель или аспирант, хотите, как хотите сказать, в институте, которым в свое время заведовал, руководил Улу Дидрик Саугста. Ну вот, наверное, больше ничего вам про себя и сказать не могу. Совершенно обычный человек, врач. Ну, может быть, немножко, что называется, лучше, чем остальные, знаю английский язык. Больше ничем от вас не отличаюсь. Город Санкт-Петербург посетил уважаемый профессор Улу Дидрик Саугстад, легенда современной неонатологии, автор огромного количества современных научных работ, которые посвящены вопросам реанимации в родовом зале, которые посвящены вопросам оксигенации, которые посвящены вопросам позднего пережатия пуповины. И мы ему чрезвычайно благодарны за то, что он оказал нам большую любезность, согласившись прийти, и буквально перед своим отлетом из Санкт-Петербурга профессор прямо отсюда поедет уже в аэропорт и будет улетать домой в Осло, он согласился прочитать эту замечательную лекцию для вас. Поэтому у нас огромная просьба послушать уважаемого профессора и задать ему максимальное количество вопросов, потому что это действительно уникальная возможность услышать ответы на все те вопросы, которые вас интересовали, из самого-самого-самого первоисточника, то есть человека, который непосредственно принимает участие именно в разработке всех этих вопросов. Thank you all very much, and this is a great pleasure having you here, and just let's go ahead. Thank you very much, Mark and Leonid. It's a pleasure to be here in St. Petersburg. I gave this lecture yesterday at the Alnazov Center. If anyone was at the meeting yesterday. Профессор Саугстад говорит о том, что данную презентацию он вчера прочитал в Алмазовском центре на научной конференции. Был ли кто-нибудь из вас вчера в Алмазовском центре? Добре. Профессор Сауста говорит о том, что данная презентация посвящена новому протоколу европейскому руководству по применению, ведению респираторного дистресс-синдрома, но его излюбленная действительно тема, которую он и защищал свою научную работу и создавал как бы работы других, как бы помогал создавать работы других, это, конечно, оксигенация и вот эти апдейты, то есть обновления. Он сейчас в большей как бы степени акцентирует ваше внимание и о них расскажет. И, соответственно, начиная с 2007 года, данное руководство по, так скажем, поведению респираторного дистресс-синдрома европейское обновляется каждые как бы, 3 года, то есть с 2007 каждые 3 года оно обновляется. И вот это все лица, все эти профессора на фотографии, это, соответственно, авторы, или, как выражаюсь по-английски, коллабораторы, именно те, кто пишет, участвует и занимается непосредственно в обновлении этих данных. И здесь большое количество стран представлено. А какая страна отсутствует? Это был вопрос. И
профессор Саукста, видимо, хотел бы, наверное, или хочет, чтобы кто-то все-таки как бы из российских профессоров, то есть ученых мужей, все-таки входил в состав этой, так скажем, научной группы, и когда следующая публикация будет уже, так скажем, в ближайшее как бы время, то есть в 2022 году, кто-то был уже и на этой фотографии тоже. И, соответственно, данное руководство обновлено достаточно недавно, в апреле 2019 года оно вышло в журнале «Неонтология». Соответственно, данные уровни доказательности, evidence, они соответствуют нашим российским буквам от А до Д, и, соответственно, уровень рекомендательности 1 или 2. Самый лучший уровень – это А1, наиболее высокодоказательный, и самый худший уровень, соответственно, это D2. So here are the topics covered in the guidelines. I will not go through the whole list. You can read it in the publication. И, соответственно, вот это полный перечень тех, так скажем, аспектов, тех пунктов, на которые это руководство как бы основывается, но Ула Дитрик не будет детально останавливаться на каждом, потому что, во-первых, вы можете прочесть, во-вторых, все-таки, что называется, его основная излюбленная тема, как я уже сказал, это оксигенация. То есть, соответственно, детальная проработка каждого пункта, она невозможна. Вы можете, если хотите, садитесь сюда. То есть первый пункт – это пренатальное оказание помощи. So we recommend that pregnant women with gestation age less than 20 or 30 weeks who are in threatened preterm labor should be transferred to a perinatal center. И абсолютно известная нам истина, хотя она имеет, как видите, степень доказательности C1, C1, что каждая женщина, которая имеет риск досрочного разрешения на сроки гестации 28-30 недель, должна быть переведена, транспортирована в перинатальный центр. This, of course, is dependent on local politics and local, you know, the hospital structure and things like that. So you have to find out yourself. То есть, соответственно, данный аспект рассматривается с точки зрения региональности или, выражаясь англоязычным термином, локальности. Ваша политика локального госпиталя, ваша политика локального центра, плюс те условия, в которых вы находитесь, определяет возможность или необходимость данного аспекта, то есть досрочного перевода женщины в перинатальный центр. And we recommend to use a single course of antenatal corticosteroids to women at risk of preterm delivery from pregnancy is considered viable and up to 34 completed weeks. И, соответственно, наивысшим степенью доказательности А1 является это применение однократного курса антенатального курса гормонов, профилактика синдрома дыхательных расстройств всем женщинам, которые имеют возможность разносрочных родов до 34 недель включительно. We don't say a specific lower week, 23 weeks, 22 weeks, because we know that the viability limit differs from country to country. И Ула Дитрик обращает ваше внимание, что речь не идет с точки зрения вот такой детальности деталей. 22-23 недели – это все-таки такие более, что называется, ну, можно сказать, по-русски хрупкие как бы дети. И политика в отношении женщин, которые имеют вероятность разрешения детей именно на этой сроке гестации, она зависит уже непосредственно от локальных наших установок внутренних. We also recommend to give one single repeat course of antenatal steroids. If the first course has been given 1 to 2 weeks earlier, provided the pregnancy is less than 32 weeks. И, соответственно, уровень доказательности тоже достаточно высокий, А2 относится к повторному проведению курса антенатальной стероидной терапии, если женщина имеет срок беременности до 32 недель, ну, наверное, включительно, а предыдущий, то есть первый курс терапии, был закончен, так скажем, не позднее, чем 1-2 недели перед вот, вторым последующим. So
reduce mortality, but it reduces morbidity to some extent. То есть, соответственно, акула обращает ваше внимание, что он не влияет на снижение смертности, но влияет четко, совершенно выраженно, на снижение заболеваемости. We don't recommend to give antenatal steroids, for instance, before C-section, as you might know. There has been reports that showing that there might be a benefit of giving steroids before C-section, all up to 39 weeks. We don't recommend that. И, соответственно, не рекомендует назначать женщины, если, скажем, будет досрочное родозавершение, которое будет проводиться путем кесарево сечения. Таких рекомендаций, наверное, на основании литературных данных, то есть оценки исследований, он не может дать, не дает. Because in many countries, I don't know how it is in Russia, but in many countries, in Brazil, 80% of babies are born by C-section. It means that more than 50% of the newborns are exposed to antenatal steroids. То есть, соответственно, на примере Бразилии он говорит, что 80% родозавершений идут через кесарево сечение, что является достаточно высоким процентом по сравнению с Норвегией. We also now recommend to use antenatal magnesium sulfate as a neuroprotective agent. И новое, то, что было введено в этом конкретном руководстве, говорит о том, что антенатальное введение сульфата магнезии также является нейропротективным, как бы, что называется, нейрозащитным для ребенка. Now I'll switch to delivery room handling. Теперь обратим ваше внимание на то, что мы делаем в родильном зале. The long list there, I will not cover all of it, but I will say a few words about foot clamping, oxygenation. I will not talk about heart rate assessment, we can discuss that afterwards, how we should do that. I will not talk about suctioning and monitoring. То есть, соответственно, три основных пункта, на которые Ува Дидрик будет ваше обращать внимание. Это пережатие пуповины, это кислород или воздух, это мониторинг. Остальные пункты, я так понимаю, что будут рассматриваться в контексте тех трех, которых он назвал. So let's start with core clamping. Начнем с пережатия пуповины. It's now recommended to practice delayed core clamping, both for term and preterm babies. В настоящий момент времени для доношенных и ненаездных детей рекомендуется отсроченное пережатие пуповины. This is a recent meta-analysis and systematic review of 18 studies where preterm babies, less than 37 weeks, have been randomized to early or delayed core clamping. В настоящий момент времени Ува Дидрик представляет вам на данном слайде мета-анализ и систематические обзоры тех 18 исследований, тех детей, которые родились условно недоношенными, то есть до 37 недель гестации, с выводом. This is mortality, and I don't know if you can see this, but mortality is actually reduced 30%. Обратите, пожалуйста, внимание вот на этот черный, так скажем, квадратик, кубик, который говорит о том, что смертность снижается до 40%. So delaying cord clamping by at least 60 seconds saves lives in preterm babies. То есть для недоношенных детей именно актуально позднее пережатие пуповины. То есть до 60 секунд – это то время, которое мы можем использовать для того, чтобы оценить состояние ребенка, после чего пережимать пуповину. Что вы думаете по поводу сцеживания? Что сейчас сказал Ува Дидрик, что пережатие пуповины отсроченное и сцеживание пуповины – это, в принципе, одно и то же. Не являются синонимами буквально с точки зрения практики, но с точки зрения результата. И вот обратите внимание, те дети, которые, так скажем, которым проводилось сцеживание пуповины, это недавнее исследование, которое было опубликовано в феврале этого года, они имели более высокий риск развития внутрижелудочного кровоизлияния. That's why we are warning against cord milking for the most immature babies. Поэтому мы не рекомендуем и, соответственно, как бы Ува Дидрик призывает не практиковать данный метод сцеживания, да, пуповины. Okay, now we switch to oxygenation in the delivery room. И теперь обратим ваше внимание на
датчик кислорода или воздуха в родильном зале? Какой процент кислорода вы используете у себя на работе, в клинике? Это не совсем простой ответ. Много лет тому назад, до 2010 года, использовался такой анекдотичный подход, как дача детям 100% кислорода для того, чтобы увеличить величину вот этих баллов по шкале Апгар. То есть существовало такое заблуждение, убежденное заблуждение о том, что оценка по шкале Апгар 10 или 11, она являлась намного лучше, чем 8 или 9. Для доношенных детей мы рекомендуем начинать проведение, так скажем, кислородотерапии или реанимации с воздуха. Это снижает смертность. Это снижает те воспалительные изменения, которые происходят в головном мозге, и вероятность проявления снижает риск развития гепатической ишемической энцефалопатии. Это снижает травматизацию почек, почечных сосудов, почечного кровотока и, соответственно, выделение мочи. И снижает риск развития в последующем лейкемии. И у детей, как доношенных, так и недоношенных, начинать проведение реанимации с воздуха. This is based on, for instance, this meta-analysis we published in 2008. Этот метаанализ, который был опубликован в 2008 году, including more than 2,000 newborn babies, term and near-term babies, 10 studies where the newborn had been randomized or pseudo-randomized to air or oxygen. И, соответственно, эти исследования, они, у которых были рандомизированы пациенты, получавшие кислород, воздух, доношенные и недоношенные, достаточно большое количество, так скажем, как бы исследований было проведено. И мы обнаружили, что это, опять же, как бы абсолютно непонятный как бы для нас такой, ну, как бы, цифра говорит о том, что снижается смертность на 30%. То есть очень-очень актуальный этот показатель. Very recently, in February, a new meta-analysis came out. И в феврале этого года, в новом метаанализе, это, соответственно, от Американской ассоциации реанимации, ИЛКОР. So they went through all the data again, они, regarding air versus oxygen for term and near-term babies. Они, соответственно, снова проанализировали все данные, полученные из различных медицинских как бы, источников, видите, и Medline, и Pambet, и так далее. И this is what they found, fortunately. И они обнаружили после реанализа, после повторного анализа, то же самое, что Улу Дидрик в своем систематическом обзоре, он и его коллабораторы обнаружили намного-намного раньше. А что по поводу детей, которые родились раньше срока? И обратите внимание, на что обращает внимание, так скажем, ваша Улу Дидрик. Недоношенные дети, дети, родившиеся раньше срока, абсолютно по-другому реагируют на гипоксию, в отличие от детей, родившихся в срок. То есть, соответственно, недоношенные дети однозначно реагируют на гипоксию в виде брадикардии, что увеличивает риск развития внутрижелудочного кровоизлияния. They have an immature respiratory center. Они имеют незрелый дыхательный центр. They have reduced the capacity of their antioxidants. Они имеют недостаточный запас, но, видимо, врожденно недостаточный дефицит антиоксидантов. So it means that oxygen and hyperoxia increases more oxidative stress. И, соответственно, гипероксия, в конечном итоге, вызовет больший оксидативный стресс у такой группы пациентов. They might be difficult to ventilate.
и могут возникнуть технические проблемы с проведением вентиляции маской. И, соответственно, у них более слабые мышцы и не такой плотный, так скажем, вернее сказать, другой каркас грудной клетки. И у них есть, естественно, дефицит сурфактанта. И, соответственно, вы не забывайте, что пока они еще с точки зрения архитектоники легких далеки от ребенка, который должен родиться в срок. То есть они находятся на другой стадии легких. И задается, Дитрик задает вопрос, сколько же из них действительно должны проводиться реанимация? И, соответственно, обратите внимание на те данные, которые были опубликованы, видимо, европейской какой-то, что называется, коллаборацией, какой-то базой как бы, данных, куда включилось достаточно большое количество детей, ну, вот, различных гестационных возрастов. И обратите внимание, чем больше срок, тем меньше срок гестации, тем больше вероятность того, что такие дети потребуют проведения реанимации. То есть обратите внимание, это, наверное, такие секреты, которые знают Дитрих, потому что пока мы ехали в машине, он тоже мне об этом говорил. Чем меньше гестационный срок ребенка, тем больше возникает деталей, которые необходимо знать и выполнять для того, чтобы вот это проведение первичной реанимации в родильном зале в конечном итоге привело к успешному его развитию и, проще говоря, русским языком, не навредило. By the way, I've tried to get some Russian units to join the European database. Up to now, there are no Russian units. So if any one of you want to join this European database, I think it's a big opportunity for all of us. You are welcome. You can contact me. И Дитрих, мы очень признательны, если кто-то возьмет на себя инициативу из тех отделений, где вы работаете, представить свои данные для того, чтобы они были обобщены в общей европейской базе данных. Okay, so should we preterm babies, let's say less than 32 weeks, this is what we're talking about. Should they start with a high FiO2, 60-100% oxygen, or a low FiO2, 21-30% oxygen? И вот возникает вопрос, если есть ребенок, родившийся сроком гестации до 32 недель, какой же все-таки проводить ему реанимацию, с каким процентом кислорода, от 60 до 100 или 21 до 30? Analyzed all the studies available and published a recent meta-analysis. И мы проанализировали все проведенные исследования и создали такой мета-анализ. So here is the for mortality, and there's absolutely no difference in mortality whether you start with a high or low mortality. И к нашему удивлению нет никакой разницы в смертности, будем мы его проводить высоким процентом кислорода или низким. И обратите внимание теперь на второй уже аспект, это исходы. Первый исход – это бронхолегочная дисплазия. Разницы, как вы видите, никакой нет. И, соответственно, такая же ситуация прослеживается при возникновении внутрижелудочного кровоизлияния третьей или четвертой степени. Соответственно, такая же абсолютная ситуация повторяется для ретинопатии третьей стадии. И для некротического энтероколита, и для открытого артериального протока никакой разницы нет. So if there's no difference, whether you start low or high, I don't know what you feel, but then I would at least say, then we start low. И с точки зрения, ну, видимо, таких уже внутренних ощущений, Ула Дидрих задает такой философский вопрос. Если нет разницы между высоким и низким процентом кислорода, которым проводить реанимацию, то как же поступить? Но он предпочитает низкий.
Here is a recent Cochrane review about the same topic and giving the same results. Обратите внимание, это последние данные доказательной базы медицины Cochrane Library, где, в принципе, анализ проведенных уже ранее как бы работ еще раз реанализируется, и результаты абсолютно такие же. So, in the guidelines we say that we should start that starting high or low doesn't make any difference regarding mortality in preterm babies less than 32 weeks. То есть, еще раз Ува Дидрик акцентирует ваше внимание. Если ребенок родился на регистрации 32 недели и меньше, нет существенной разницы по первичным результатам по смертности и по исходам при реанимации воздухом или более высоким процентом кислорода. So far it's relatively simple to answer the questions. И, соответственно, на этот вопрос, это все-таки как бы не такой как бы простой вопрос. Then the torpedo trial was published. И это исследование, которое называется Торпида. Torpedo trial was an Australian-based trial where babies less than 32 weeks who needed resuscitation at birth were randomized to air or 100% oxygen. И это австралийское исследование было посвящено тому, что дети с сроком гестации 32 недели и меньше были рандомизированы по введению реанимации воздухом или 100% кислородом. And as I saw previously, there's no difference in mortality when you look at. И абсолютно такой же результат. Нет никакой разницы при анализе смертных летальных исходов. However, when we looked at babies less than 28 weeks separately, we found something surprising, but also concerning. That is that mortality is increased almost four times. И обратите, пожалуйста, обратите внимание, что при детальном анализе детей, которые родились на регистрации 28 недель, было обнаружено, что при реанимации воздухом смертность существенно увеличилась. Буквально в 2,5 раза. 6% – это 100% кислород, и 17% – это воздух. И теперь давайте немножко посмотрим более детальные результаты. Here are all that. I don't know if you can see it in the back, but it is borderline significant in favor of giving 100% oxygen. Neonatal death is not significant, but death before hospital is significantly more deaths in the air group compared with. Обратите внимание, что по всем, по сути дела, как бы критериям, то есть общая смертность и смертность, то есть по двум критериям, смертность и смертность после выписки, она была выше в группе, которая получала реанимацию воздухом. И теперь давайте немножко, что называется, пофилософствуем, подумаем по поводу влияния, ну так скажем, нашей оценки. Каким образом влияют показатели сатурации в течение первых пяти минут жизни? The reason we asked this question was that when we looked at the torpedo data, we found that those babies who had a saturation of 80% or more at the age of 5 minutes had a 50% reduction in risk of death or disability. 50% reduction. Вот посмотрите, пожалуйста, на то, что обведено, соответственно, как бы вот этим овалом красным. У детей, которых сатурация была 80 и больше в течение первых 5 минут жизни, то есть 5, наверное, минутам более правильной жизни, отмечается существенное уменьшение смертности и инвалидизации, то есть негативных результатов, негативных последствий от самой реанимации. И обратите, пожалуйста, внимание на вот этот пункт «Когнитивные нарушения». Соответственно, в зависимости от процента сатурации он также будет как бы варьировать. Соответственно, процент сатурации выше, когнитивные нарушения чуть больше. That the saturation is too low, or that these babies are sicker, and for that reason the saturation is low.
вот тут возникает такой философский, опять же, вопрос медицинский. Что первично, низкая сатурация или состояние ребенка? Может быть, ребенок изначально был более тяжелым, менее стабильным, поэтому мы имеем соответствующий результат? И вот обратите внимание, что Ула Дидрих заключает, ну это по сути дела, это, конечно, выдержка из его статьи, что у детей, рожденных в сроке гестации 32 недели и меньше, к 5 минутам сатурация меньше 80, в 50% случаев у тех, в этой группе детей. Соответственно, те, кто не достигает подобных показателей сатурации в течение первых 5 минут жизни, у них увеличивается риск смертности и внутрижелудочного кровоизлияния. So this raises the question, how should oxygen saturation develop optimally the first 5-10 minutes after birth? И вот теперь давайте рассмотрим более прицельно, каким же образом происходит процесс, так скажем, формирования, не формирования, сатурализации у таких групп детей. Каким образом эта сатурация, так скажем, как бы нагнетается, повышается? То есть, как бы на этом слайде представлены дети, которые рождались на различных сроках гестации, с акцентом на детей, которые родились на сроке гестации меньше 28 недель. И обратите внимание, каким образом изменялись показатели сатурации при реанимации воздухом 30% кислородом, 60% кислородом и более высоким процентом, включительно до 100. Recommended by American Heart Association, and the circles are the targets recommended by the European Resuscitation Council. Обратите внимание, сейчас я залезу на слайд. Вот эта теневая линия – это те показатели сатурации, которые были рекомендованы Американской ассоциацией по реанимации, American Heart Association. Вот эти кружки, соответственно, это рекомендация Европейской ассоциации по реанимации. Они немножко отличаются. These recommendations are not evidence-based. We don't know if this is the best way to develop. But you see, there's only those who are receiving 9-10% oxygen that are within the target within 2 minutes. All the other groups, it takes 7-8 minutes to reach this target. Вот обратите внимание, профессор Соловцев говорит, что только те новорожденные дети, которые получали реанимацию более высоким процентом кислорода, очень быстро достигают показателей необходимой сатурации, но, во-первых, ни одна, ни теневая линия, ни кружковые, так скажем, как бы кружки, это не является доказано. Другие же группы как бы, детей, которые получали менее высокий процент, низкий процент кислорода, они достигают желаемых показателей сатурации в течение 5-7 минут. Пять минут, и показатели сатурации далеки от тех, так скажем, как бы желаемых или рекомендованных. Но с точки зрения философии медицины мы до конца как бы не можем быть уверены, какой путь будет наиболее как бы оптимален, что будет в данной ситуации более правильным. We don't dare to say that the baby should not be given oxygen. We want these babies to reach a saturation of 80% at least within 5 minutes. То есть для нас с вами более важная ситуация, чтобы в течение первых 5 минут жизни наши, так скажем, пациенты набрали процент сатурации 80, а не каким процентом кислорода будет данная реанимация осуществляться. So there are still a number of challenges regarding oxygenation in the delivery room, and I've listed some of them here. Even if we recommend to start with air for term and near-term babies, it might be subgroups of babies who need oxygen, for instance, meconium aspiration babies. То есть, соответственно, как бы вот эти те изменения, те критерии, на основании как бы которых называется
не знаю, преподает или, скажем, высказывает свое мнение, что все дети, рожденные раньше срока или в срок, в том числе и дети с мекониальной аспирацией, если они нуждаются в проведении реанимации, они должны проводиться, реанимация должна проводиться воздухом. И, соответственно, мы не можем быть до конца уверены, какой же процент кислорода будет оптимальный при проведении непосредственно реанимации. То есть, в частности, речь как бы идет о сдавливании грудной клетки, ну, выражаясь это по-русски, реанимации в полном смысле этого слова. К сожалению, нет какого-то конкретного ответа, какой же процент кислорода необходим для реанимации у детей с гестационным возрастом 28 недель. And how should we intervene? И, соответственно, каким образом мы должны достичь желаемой сатурации 80% в течение первых 5 минут жизни? For instance, should we start high in these babies and titrate down, or should we start low and titrate up? И, соответственно, возникает вопрос, как же правильно поступить? Начать? Yeah. Personally, I think we should start low, let's say 30% and titrate up, but I don't know. I don't think anyone knows. Соответственно, существует два принципиально разных подхода. Начать с более высокого и спускаться к менее, так скажем, к менее высокому. Или начинать с низкого и постепенно увеличить. Профессор Саукста рекомендует начать, если такая существует как бы необходимость, с 30% кислорода. So a few words about sustained inflation. I know that in the previous guidelines in Russia, as far as I know, sustained inflation was recommended. Is that correct? Вопрос возникает. В предыдущих рекомендациях Российской ассоциации неонатологов или какой-то Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины был ли рекомендован этот раздувающий вдох? Yeah. Да. Да. Yeah. I think that is right. Now this is a Cochrane review showing that there's no effect on morbidity, at least bronchopulmonary dysplasia, whether you use sustained inflation or not. Соответственно, на основании базы доказательной медицины Кокрейновской библиотеки нет убедительных данных, не рекомендуется проводить данные, что называется, раздувание с точки зрения без доказанности. Testing out two short periods of sustained inflation, 15 and 20 seconds, I think. It was stopped because of excess mortality in the То есть, соответственно, на примере одного из недавно проведенных американских исследований, где было показано, что детям, которые проводили данные как бы раздувания легких, более, ну, так скажем, ну, не буду как бы детализировать, высоким пиковым как бы давлением, увеличилась частота развития, ну, как бы смертных исходов, увеличилась летальность. Соответственно, данное исследование было прекращено. Сравнивали два, что называется, два пути 15 и 25 секунд. Say that sustained inflation has no beneficial effect, and it might even do harm. Соответственно, данная, что называется, манипуляция является вредной и не имеет положительного эффекта, бесполезна. Okay, and now some I know that many neonatologists are very interested in high flow and things like that. We have found the literature about high flow as primary support versus CPAP. И, соответственно, Дидрик на этой слайде презентует вам информацию по поводу недавно проведенных и проанализированных исследований. Что же лучше, высокопоточные канюли или проведение неинвазивной вентиляции? Yeah, в условиях родильного зала. And this study was also stopped because high flow showed significantly more failure. The failure was intubation. И, соответственно, данное исследование тоже показало, то есть, вернее сказать, не тоже, а показало о том, что применение высокопоточных тканей в родильном зале не каким образом не улучшает состояние, а наоборот приводит к увеличению частоты интубации. Соответственно, данные, так скажем, наблюдения были, могут применяться детям до 30 и после 32 недель. So we write that CPAP seems better than high flow for primary support of the smallest babies. Соответственно, Дидрик рекомендует применять неинвазивную вентиляцию, так скажем, назальный CPAP, как наиболее эффективное средство. A few words about surfactant. There's a lot of questions we can ask and discuss regarding surfactant.
Соответственно, вопросы сурфактантия, он всегда как бы многолит, и у Дидрик не будет там детально останавливаться на каждом как бы из них. Что? То есть как время введения и какой? Имя. Which preparation? Какой препарат? Should we give sedation? Should we give surfactant? Нужно ли назначать седацию таким пациентам? How many of you are sedating? Кто из вас применяет седацию перед введением сурфактанта? Okay, let's first look at INSURE versus CPAP. Давайте сначала оценим ситуацию при сравнении стратегии INSURE и назального CPAP, неинвазивной вентиляции. Это исследование было проведено больше 10 лет, 12 лет назад. Соответственно, обратите внимание, что по данным результатам статистически достоверно, что неинвазивная вентиляция в методике INSURE, она снизила частоту проведения необходимости интубации. И, соответственно, фармацевтические компании очень понравилось, потому что это, соответственно, как бы приводило к тому, что можно так вводить сурфактант, и он будет больше, так скажем, как бы востребован. Уменьшилась частота развития синдрома утечки воздуха и, соответственно, бронхолегочной дисплазии. Соответственно, данная методика INSURE, она по сравнению с применением сурфактанта и вентиляции будет более, скажем, альтернативно положительно, потому что дает лучшие результаты. Now we discuss a very, very hot topic, less invasive administration of surfactant, ELISA, versus the more traditional. И сейчас мы обсудим. Коротко я понимаю, что один очень важный момент. ЛИСА – это менее инвазивное введение сурфактанта по сравнению с традиционным введением сурфактанта, когда ребенок интубируется. Обратите внимание на данный пункт, что ЛИСА, то есть менее инвазивное введение сурфактанта, оно будет влиять с точки зрения уменьшения необходимости проведения традиционной вентиляции легких. Кто из вас практиковал ЛИСУ? And this study also shows that LISA reduces mortality or BPD. И, соответственно, данный слайд показывает тоже, что ЛИСА, она будет уменьшать частоту развития бронхолегочной дисплазии и будет уменьшать количество летальных исходов. So this is the conclusion in the guidelines. LISA is better than intubation or INSURE at reducing need for ventilation and reducing BPD. И, соответственно, возвращаясь несколько слайдов тому назад, подытоживая, Дидрик говорит о том, что ЛИСА будет являться наиболее оптимальным методом по сравнению как с методикой INSURE, так и с методикой, так скажем, традиционной вентиляции плюс сурфактант. Вопрос, когда мы можем давать сурфактант, назначать его? Обратите внимание на то, что данное, так скажем, исследование, вернее сказать, данный слайд представляет исследование, обобщенное раннего или позднего введения сурфактанта с преимущественным, что называется, результатом, с очевидным результатом, что раннее введение будет лучше. То есть делается вывод на основании двух критерий – смерть, летальный исход и бронхолегочная дисплазия. Раннее введение сурфактанта завсегда полезно. So here are the recommendations for surfactants. I think maybe you can, if you... Соответственно, это, скажем, рекомендации по введению сурфактанта, что... Do you recommend to give a natural surfactant? You see that's A1. A1 говорит нам о том, что введение натурального сурфактанта, оно будет намного лучше. We also recommend early rescue if surfactant is needed. То есть, соответственно, мы рекомендуем, ну, по-русски говоря, это, наверное, просто раннее введение, нет раннего реанимационного введения. Хотя существует в английском языке rescue and другое как бы слово еще, которое говорит о терапевтическом введении сурфактанта. Но мы применяем, если раннее, то в очень, так скажем, короткий промежуток времени. Yes. Okay.
So in the guidelines of from 2016, we can see that we recommend to give surfactant at with a FO2 of more than 30 for the smallest and more than 40 for the more mature babies. Соответственно, еще добавляется пункт, хотя я так понимаю, что он в меньшей степени доказательности B2, что у детей с недоношенных, ну тут, наверное, еще гестационный возраст имеется в виду, чем они менее недоношенные, тем меньше процент нужно кислорода для проведения заместительной терапии сурфактантом. У менее недоношенных 30 и больше, у более доношенных, так скажем, у более зрелых деток это 40 и выше. Now we made it more simple to say that if there's a need of 30% or more of oxygen, you should consider surfactant. То есть, соответственно, в предыдущей версии это было вот такое детальное разделение, условно говоря, по гестационным возрастам и проценту кислорода. В настоящей руководстве все свелось к тому, что больше процент кислорода 30, значит, соответственно, надо ввести сурфактант. Никаких детализаций. Especially early, because we know that RDS is worsening. Соответственно, чем можно быстрее, тем, ну как бы, чем раньше, тем лучше. Потому что мы, Дидрик говорит о том, что потому что респираторный дистресс развивается, и, соответственно, состояние ребенка может ухудшиться. Соответственно, при непроведении неинвазивной вентиляции это уровень ПДКВ 6 и больше. And we recommend Lisa, as we talked about. And sometimes we need to give repeat doses, but not so very often. И обратите внимание на последние три пункта. Первое, ну такой известный абсолютно как бы критерий, 200 миллиграмм сурфактанта Курасу лучше, чем 100. Второй аспект, Лиза лучше, чем остальные методы инвазивной и неинвазивной вентиляции. И повторное введение сурфактанта, как правило, используется намного реже, но теоретически оно возможно. И теперь небольшое обобщение того, что мы можем, какую помощь мы можем оказать в родильном зале. Наибольшая степень доказательности – это задержка, что называется, в пережатии пуповины. Oxygen should be controlled by using blender. Start with FM2 of 30% for babies less than 28 weeks, 21 to 30% for babies between 28 and 31 weeks, and above that start with air. Соответственно, обратите внимание, идет детальная оценка того, какой гестационный возраст ребенка и какой процентом кислорода мы можем проводить реанимацию. 28 недель от 30. И 28-31 неделя, 21-30%. И обязательно нужно использовать смеситель. И обязательно, я думаю, что не желательно, а именно обязательно нужно использовать пульсоксиметрию. Но вопрос заключается такой, что мы действительно до конца не можем сказать, хотя у Дидрик понял, что я сказал по-русски, какая оптимальная сатурация для какого гестационного возраста, ну, необходимо, наверное, еще такой нюанс, какой промежуток времени, то есть там минута, две, три. И обязательно можно и нужно использовать неинвазивную вентиляцию с ПДКВ 6-9 см водного столба. В настоящий момент времени вот это раздувание как бы легких, оно не рекомендуется, оно не может быть использовано. И, соответственно, как можно дальше, как можно больше можно, ну, так скажем, отсрочить проведение необходимости интубации, проведения искусственной вентиляции легких у, ну, так скажем, как, если можно отсрочить, то это нужно сделать. I didn't mention it, but I'm sure you all practice that. We put the smallest babies, less than 28 weeks, into plastic bags, and we recommend a temperature in the delivery room of 26 degrees. И, соответственно, как бы мы рекомендуем проведение, ну, не в верительной степени проведения, помещение детей в термопакеты. Ну, это, я так понимаю, что стандартная как бы ситуация и контроль за термометрией, непосредственно температура окружающей как бы среды в родильном зале.
Sometimes we have to fight with the obstetricians because they think it's too hot. But we have to do them. И обратите внимание, что педимакушеры, они являются такими интернациональными вредителями неонатологов, потому что Дидрик сказал, что очень часто мы ругаемся с акушерами, потому что им слишком жарко. Okay, and I will talk a little bit about how we should oxygenate the smallest babies after delivery room. И вот обратите внимание, теперь Дидрик уже из родильного зала переходит непосредственно на постинтенсивную терапию, пост-реанимации. Какие же, так скажем, проведение кислородотерапии, видимо, и сатурация, в том по числе, будет оптимально, будет необходимо для недоношенных пациентов? Я думаю, что вы все знаете о Neochrom study. Основной целью этого исследования было изучение, какая оптимальная сатурация будет для того, чтобы снизить летальность и негативные неврологические исходы. And there are five studies included in the Neochrom study. It was the American Support trial, and it was Canadian COP trial, and then we have the Boost 2 trials from United Kingdom, New Zealand, and Australia. И, по сути дела, как бы это исследование, вот это Neochrom, оно включило в себе три больших исследования. Американское, канадское и, соответственно, как бы третья группа, туда включалась Великобритания и ее доминионы, Новая Зеландия и Австралия. And in these studies, babies less than 28 weeks, immature babies, were randomized before the age of 24 hours to a low saturation target group or a high saturation target group. Дети с инфекционным возрастом до 28 недель в течение первых суток, первых 24 часов жизни были рандомизированы на две группы – высокой сатурации и низкой. Какая из них будет являться оптимальной? 85-89 – это будет группа низкой сатурации. И 91-95 – это группа высокой сатурации. Порядка 5000 детей было включено в это как бы исследование, поэтому у Дидрик считает, что это огромное исследование. И обратите внимание на первичные результаты. У детей, которые имели сатурацию 85-89%, увеличилась частота развития некротического энтероколита, увеличился летальный как бы исход перед выпиской. А в группе, которая имела сатурацию 91-95, частота развития ретинопатии была выше. Но не, так скажем, это не повлияло на слепоту. И вот тут у Дидрик снова, так скажем, вспоминает свои философские, так скажем, подход. Дилемма. Что лучше? И вне зависимости от того, к какой группе мы себя отнесем, так скажем, адептов сатурации низкой или сатурации высокой, мы все равно будем неправы. Мы вредим. Что мы предпочитаем? Какой выбор, так скажем, в нашей, как бы мы для себя видим? Что? On the expense of more ROP. То есть, соответственно, если говорить о, видимо, мнении Улы Дидрика, он говорит о том, что низкая летальность лучше, чем увеличение частоты развития ретинопатии недоношенных. This is exactly what happens. If you look at the development of guidelines, this is from 2010. Keep saturation between 85% and 93%. And in 2016, these are the American guidelines. Keep saturation between 91 or 90 to 95. Обратите внимание, что на основании вот этих исследований были выработаны немножко другие уже подходы. Оптимальная сатурация, видимо, европейское исследование, европейский гайдлайн считает, что 85-93% будет являться оптимальным,
а американский говорит, что показатели сатурации могут варьировать от 90 до 95%. И обратите, пожалуйста, внимание более детально на саму оценку, то есть на процесс оценки, то есть именно статистические данные. И, соответственно, мы будем оценивать своего рода зависимость, видимо, проявлений, вот этих, так скажем, негативных проявлений. Вот обратите внимание, что по данной оси будет либо положительное, либо отрицательное влияние процента кислорода, высокого или низкого, на те заболевания, которые могут возникнуть. То есть, соответственно, менее редкие повреждения, они будут внизу, менее редкие и более частые здесь, наверху. И, соответственно, здесь мы имеем непосредственно статистические данные p-value, которые будут говорить о нам о степени достоверности. Применение более высокого процента, не кислорода, а сатурации, мы видим, что частота смерти от неврологических исходов некротического энтероколита и самих летальных исходов, оно статистически достоверно выше. То есть, если мы пару слайдов назад откинем, то группа 91-95, она выходит, соответственно, вот к таким показателям, которые Уло Дидрик только что представил. Соответственно, если для одной ситуации более характерно увеличение частоты развития некротического энтероколита, то в той группе, которая, соответственно, получала кислород больше, то частота развития ретинопатии, бронхолегочной сквозии будет существенно выше. However, if we define BPD physiologically without the need of oxygen, it seems not to be oxygen dependent. At least it's not significant. Но Уло Дидрик считает, что данные, они, может быть, не очень статистически достоверны, не сильно непредставительны. Okay. So, oxygen targets 91-95%, increased ROP in need of therapy but not severe vision injury, 85-89% increased mortality, necrotizing enterocolitis and also pulmonary hypertension. У Дидрик обращает ваше внимание, что сатурация оптимальная, формально оптимальная 91-95 увеличивает риск развития ретинопатии, но не влияет в конечном итоге на слепоту. 85-89 пределы сатурации, они увеличивают частоту летальных исходов, развитие некротического энтероколита и легочной гипертензии. So, we have long-term follow-up data now on these trials and shows no difference between high or low saturation regarding death, disability, blindness, hearing loss. И вот тут еще Уло Дидрик еще более запутывает всех, говоря о том, что если мы оцениваем уже длительные, исходы, наверное, follow-up в течение, может быть, года или полутора, то никакого влияния на смертность, на слух и, по-моему, на неврологическое развитие не будет. So based on this, here are our recommendations. То есть, соответственно, на основании этого Уло Дидрик предлагает две рекомендации. То есть, соответственно, не 91-95 предлагает Уло Дидрик оценивать ситуацию у детей, родившихся раньше срока, а 90-94. Соответственно, при оценке сатурации
И видя то, что она может составлять 95-96-97%, мы не можем оценивать реально уровень напряжения кислорода в крови, что может в конечном как бы, итоге повлиять на негативный как бы, исход в виде ретинопатии. And you see the alarm limits are very tight now, 89-95%. И у Дидрика обращает внимание, что в настоящий момент времени рекомендуемые критерии, рамки показателей сатурации 89-95%. We know that this is very difficult for nurses to keep, and they hate us for this. But we want to try to avoid fluctuations. Но мы должны, во-первых, помогать нашему среднему медицинскому персоналу, который наблюдает этими пациентами, и нам, как бы самим, все-таки внимательно наблюдать за сатурацией, которая должна быть в пределах 89-95%, без резких перепадов от 70 до 95 и так далее. So very quickly at the end, a little bit about non-invasive respiratory support. И очень коротко о неинвазивной вентиляции. Большое количество вопросов, не вопросов, а большое количество различных аппаратур и неинвазивная вентиляция, и неинвазивная вентиляция, заданная с определенным количеством вдохом. То есть перемещающаяся неинвазивная вентиляция лучше, чем просто неинвазивная вентиляция с ПДКВ. То есть, соответственно, при проведении неинвазивной вентиляции NIPPV мы получаем более хороший результат в виде уменьшения количества необходимости проведения интубации и вентиляции традиционными аппаратами. Что по поводу высокопоточных носовых канюль? То есть, соответственно, по данным библиотеки Кокрейна нет никакой разницы между проведением неинвазивной вентиляции и просто NCPAP и высокопоточный канюль. Хотите рожденных в сутки гестации 28 недель и больше, нет абсолютной разницы в применении одного или другого вида, так скажем, респираторной поддержки. Nasal high flow nasal cannula gives maybe less nasal traumas, and the advantage is that you can see the face and the parents like that and the nurses like that. И, соответственно, какое может быть небольшое условное преимущество высокопоточных канюль? Родители видят ребенка, меньше травматизация носика. So our conclusions regarding non-invasive respiratory support are their CPAP should be started in all babies at risk of RDS who do not need intubation for stabilization, A1. И, соответственно, наиболее высоко, так скажем, доказательная, доказуемая, так скажем, критерий, то, что неинвазивная вентиляция может применяться у всех детей, в том числе и недоношенных, которым не требуется проведение механической вентиляции легких. So how we give CPAP seems to be of little importance. But we recommend to use short binasal prongs or mask and starting a pressure of 6 to 9 centimeters. И достаточно как бы известная как бы истина, что Уло Дидрик рекомендует еще раз. Обратите ваше внимание, что назальные маски и короткие носовые канюли, которым проводится неинвазивная вентиляция с ПДКВ 6-9. То есть, соответственно, CPAP и проведение заместительной терапии с сурфактантом показано всем детям с респираторным дистресс-синдромом. If delivered through a ventilator rather than BPAP device, can reduce extubation failure. I didn't show you. И, соответственно, синхронизированная неинвазивная вентиляция легких, она в большей как бы, степени влияет на снижение частоты необходимости проведения механической вентиляции легких и, так скажем, потребности в интубации. A high flow nasal cannula can be used as an alternative to CPAP for some babies.
lessening of trauma. И, соответственно, снижение назальной травмы, как Уго Дидрик отмечал, при проведении высокопоточных носовых конюль, как бы отмечается, и оно будет больше, как бы степени с точки зрения травматизации лучше влиять, ну не лучше влиять, а преимущественно по сравнению с обычной традиционной неинвазивной вентиляцией. And very quickly, a few words about mechanical ventilation. You know, given hours of lectures about that. И, соответственно, очень коротко по поводу традиционной вентиляции легких, потому что огромное количество различных, что называется, подходов. И, соответственно, если у вас есть возможность не проводить вентиляцию, если у вас есть возможность защитить ребенка от проведения традиционной вентиляции легких, сделайте это. И, соответственно, данные рекомендации, которые сейчас Уго Дидрик зачтет на данном слайде. After stabilization, mechanical ventilation should be used in babies with RDS. When other methods of respiratory support have failed, duration of mechanical ventilation should be minimized. Постарайтесь минимизировать и постарайтесь сделать таким образом, что традиционная вентиляция легких может быть показана ребенку только в том случае, если неинвазивная вентиляция легких неэффективна. What kind of ventilation mode you are using is up to each of Какой, что называется, методы, не сказать, режима вентиляции вы бы избрали бы для себя оптимальный? И, соответственно, Уго Дидрик рекомендует применять позицию, когда мы смотрим на уровень под СО2 и допускаем пермиссивную гиперкапнию. To use caffeine to facilitate weaning. И, соответственно, перед ситуацией Уго Дидрик рекомендует назначить. We don't know, but maybe 3 days. Depends on the response, I think. То есть, соответственно, в зависимости от ответа ребенка, то есть как мы быстро увидим как бы отклик на поведение такой как бы дозы как бы терапии дексаметазоном, мы, соответственно, и будем оценивать, может быть, максимально 3 дня. Inhaled budesonide can be used in babies at high risk of BPD. И, соответственно, применение в виде ингаляции бутанозида, это также у детей может профилактировать развитие бронхолегочной дисплазии. И, соответственно, в исследовании, которое было проведено при оценке, видимо, ингаляции с бутанозином или нет, в группе бутанозина было отмечено увеличение частоты развития летальных исходов. А что по поводу опиатов, что по поводу обезболивание. Нужно очень быть осторожным, очень аккуратно использовать опиоиды. И наиболее высокая степень, как вы видите, вероятности не применять морфин, не применять реланиум, по-русски говоря, мидазолам, у тех детей, которые нуждаются в применении проведение традиционной вентиляции легких. И, соответственно, даже в отношении процедуры ЛИСА многие считают, что кто-то считает, что нужно использовать фентанил, кто-то нет. And very quickly, there's a chapter on monitoring and supportive care. And very quickly, that's that you keep the baby in the thermal neutral zone. And here's some recommendation for fluid administration. I don't think we read that. And you can also read about parenteral nutrition recommendations. It's based on the most recent European guidelines. And you can find it there. И, соответственно, очень коротко у Диды хочет остановиться на мониторинге и на, ну так скажем, как бы поддержке на той нутритивной, той инфузионной как бы терапии, которую можно осуществлять. Okay. So at the end there's a small chapter about some different things. We can use surfactant for RDS complicated by congenital pneumonia. You can try it, but it's not a very strong recommendation. And surfactant therapy can be used to improve oxygenation following pulmonary hemorrhage. And nitric oxide in preterm infants should be used with caution and limited to those in clinical studies.
or as a therapeutic trial, there is severe documented pulmonary hypertension. It's a very poor recommendation, D2. And I'd like to add, there was recently published a study indicating that preterm babies who have been given nitric oxide has an increased risk of malignancy later. Вот обратите внимание на, так скажем, у Дидри выделил это, наверное, слайд под названием «Другие рекомендации». Можно использовать с относительно высокой степенью достоверности заместительную терапию с сурфактантом у детей с врожденной пневмонией. Можно использовать с точки зрения улучшения оксигенации у детей, у которых возникло легочное кровотечение. И в отношении оксида азота у Дидрик не рекомендует. И уровень доказательности D2 – не только на основании какого-то, что называется, ну, невосприятия этой как бы ситуации, а с точки зрения того, что вероятность увеличения уровня новообразований у такой группы пациентов возрастает. Хотя, если есть доказанная легочная гипертензия, то, конечно, думаю, что оксид азота может быть применен у недоношенных детей. And the recommendations in my lecture can be summarized in two patients like this. Which you can read. И, соответственно, те рекомендации, которые у Дитрик сказал в течение как бы лекции, они были суммированы на этих двух слайдах. Первый он же пролистнул, вот второй. Большое внимание. Ой, большое спасибо за внимание. На самом деле, я хочу сказать вам такую вещь, что... Задавайте вопросы не только потому, что Марк Евгеньевич перед этим сказал, а потому что Ула Дидрик является, простите за бестактность, одним из патриархов мировой педиатрии и неонатологии. И я абсолютно не иронизирую, без каких-либо насмешек. Он действительно патриарх. Very, very big boss in the field of pediatrics and neonatology, exactly. And I told the audience that you are really very big, big boss. Слушайте, так у меня большая просьба, давайте, не знаю, повторить, что ли, сдублировать вопрос для... А, слышно, да? Да. А, ну все хорошо тогда. Юрий Николаевич Воронеж, скажите, если ухудшается доношенный ребенок и требует перевода на вентиляцию, вы, если сам себе ребенок создает ПДКВ, вот, все равно всем пытаетесь неинвазивно проводить вентиляцию и оттягивать это. The question of our colleague from Voronezh, is a city in the middle of Russia. What do you prefer? What is your personal opinion? It would be better to nasal non-invasive ventilation for a long time and to prevent the mechanical ventilation as long as possible. Nasal ventilation. The nasal ventilation is really preferable than mechanical ventilation, and if we have a possibility to prevent mechanical ventilation, can we do it? Or we can start if we have some feeling that it will stop and... You're talking about nasal ventilation? Nasal ventilation. Yeah, I personally don't have any experience with that, and I, as far as I understand, but this is not my field. I don't think there's evidence that this is better, but maybe there will be in the future, I don't know. I don't have any experience with this. Ну, на самом деле, такая абсолютно нормальная вещь для научного как бы мира, что не является экспертом в проведении неинвазивной вентиляции, и действительно, что называется, он в большей степени научный человек. Поэтому, с учетом определенной как бы специфики, я предлагаю вам задавать вопросы, касающиеся просушенного материала, но без конкретизации. Какое должно быть там ПДКВ плюс 4,5 или плюс 7,8? Вот что-то, наверное, в большей степени как бы научное, да. Задавайте вопросы, да. Да, да. Он относится к открытым артериальным протокам, и у них они какими лекарственными препаратами?
Have you got any experience about platinum-inducing arteriosclerosis? And what do you think about the treatment of platinum-inducing arteriosclerosis? Well, that's a very difficult question, and it's a huge question to answer. I recently was at the PS meeting in the US, a huge pediatric meeting, and I think I attended three lectures about PDA, and it's a lot of discussion. Whether we should close them, when we should close it, how we should close it. And I think it's beyond the time here to really talk about PDA. But what I would like to say was that there was one lecture showing that mortality and also PPD rate has been increasing a little bit in the smallest babies. And there was a hypothesis that the reason for that is that we have stopped closing PDAs. So the conclusion was that we should be careful closing PDAs, but we should do it, but very selectively. Ну, ответ на самом деле достаточно тоже такой научный. Ула Дидрик был на конференции, достаточно большая конференция называется. В общем, по-русски говоря, слет, педиатрическая ассоциация Соединенных Штатов, но это не только Соединенных Штатов, это американская, это, скажем, я не знаю, модель нашего РАСПМа или неонатальной ассоциации. И Ула Дидрик прослушал как минимум три выступления на тему того, каким образом нужно, как нужно поступать для того, чтобы оценивать открытый артериальный проток, лечить его или не лечить. И в очень небольшом проценте случаев у детей, как он сказал, видимо, недоношенных, но не указав, в какой срок конкретно гестации, да, действительно, лечить нужно. Но какой его вывод? Очень избирательно, как в отношении самого метода лечения, так и сроков. Я думаю, что вы хотели конкретно дозы и время. Но... Елена Бутунова, Москва, детская больница имени Николая Федоровича Филатова. Я хотела бы задать вопрос по поводу глюкокортикоидов спустя две недели необходимости в респираторной терапии, достаточно лайтовой версии, да, неинвазивной. Хотелось бы знать уровни среднего давления и фракции кислорода, которые... Я понимаю, да, но тем не менее у глюкокортикоидов есть еще один очень агрессивный, с нашей точки зрения, эффект, да, это иммуносупрессия и влияние на неврологические исходы. И вот это рекомендательный характер или это, в общем, протокольная вещь, если мы работаем с малышом, которому требуется две недели респираторной терапии, да, помимо кофеина, рекомендован короткий курс глюкокортикоидов. В противном случае, что может быть абсолютным противопоказанием к этому процессу, когда мы имеем право остановиться, да, и сказать, что в данном случае, например, инвазивный кандидоз доминирует, да, и в настоящий момент времени доказанный инвазивный кандидоз является противопоказанием к назначению вот этой профилактической дозы глюкокортикоидов. Спасибо. Благодарю. Начнем. Already, it's a very, very interesting but little bit complicated question. The question our colleague from the Moscow was, what do you think about the brief course of dexamethasone after 2 weeks of mechanical ventilation or, as she told us, non-invasive ventilation? For how long? Because we are thinking not only about their narrow impairment, but we're thinking about the infection control and increasing the infection. What do you think? Well, we had a case at the Almaso Center yesterday, 900 grammer who was 2 weeks on ventilator, and they had been discussing whether they should give dexamethasone or not, and then 2 days later it turned out the baby had a CMV infection. And I think everybody was happy they hadn't given dexamethasone. Sometimes you don't know. But what we recommend is that after 1 to 2 weeks, you can consider to give a short course of dexamethasone. But if there's an infection, I would not give dexamethasone then. But sometimes you don't know what happens the next day. Mm-hmm. So it's... Thank you. Я по-русски говорю, каков вопрос, таков и ответ.
На самом деле, действительно, у Дитрих он уже философ. Потому что ответ его такой. Буквально вчера в Алмазовском центре мы обсуждали вопрос, назначать пациенту второй курс гормональной терапии или нет в подобной ситуации. Заранее сказать всегда сложно. Но, возвращаясь к тому пациенту, которого он увидел, у него была диагностирована цитомегаловирусная инфекция. И каждый раз, когда вы задаете свой вопрос, не забывайте о том, только что сказал Уво Дидрик, что в тех рекомендациях, которые он вам предложил и представил, есть совершенно четкая информация. Первые две недели – короткий курс без указания дозы и без указания длительности. Вот был его ответ. И я думаю, что действительно медицина – это в большей степени искусство, нежели чем наука. Ну, не наука, а вот какой-то конкретно ответ на конкретно вопрос. Она каждый раз будет иметь, простите за бестактность, определенный люфт. Плюс-минус. Да, пожалуйста. Москва, Францова Наталья. Проводился контроль сердечного выброса у детей при разных значениях сатурации, но при одинаковом целевом значении кислорода, да, то есть эти две группы, о которых говорил профессор, с меньшей сатурацией, больше сатурации, а концентрация кислорода в дыхательной смеси была приблизительно одинаковая. Они контролировали что? Оценивали они сердечный выброс у детей? Do you know, maybe you read some information about the cardiac output in the babies who was delivered premature and had low or room air resuscitation? Did you read? No, I don't think we ever measured that ourselves in our piglets. I don't know. К сожалению, уважаемый Наталья, профессор пытался вспомнить, может быть, это проводилось на экспериментальной модели новорожденного поросенка, но он не вспомнил, поэтому наблюдается перед вами. И если можно, к сожалению, профессор просит, чтобы это был последний вопрос. Слушайте, а можно... Не дотянется. Мы не дотянемся. Хорошо. Есть ли какие-то исследования или рекомендации по поводу сурфактанта при гормональной аспирации? Ага. It's a very, very interesting question. But the Mechanical Aspiration Syndrome is not very frequent in a European community, but mostly in the United States and Australia. The question was, have you got any recommendation? Maybe you give some information about meconium aspiration and surfactant replacement. What do you think? What is your personal opinion? My personal opinion? Some years ago, let's say 20 years ago, we were quite optimistic that surfactant could be a good treatment for meconium aspiration syndrome. And we also did this lung lavage with surfactant in these babies. As far as I read the literature now, it's not been that successful, so I don't think it's an established therapy. Personally, I have tried surfactant in severe cases, but as I said, it's very rare now, but I've tried it myself, and sometimes it works, sometimes not. So I'm not sure I would say yes, do it, but I would not say don't do it. На самом деле, действительно, профессор абсолютно прав. На основании тех литературных данных и собственного его клинического опыта мы не можем быть до конца уверены в том, что заместительная терапия сурфактанта наиболее будет эффективна и, соответственно, показана. Потому что Уво Дидрик сказал, что на основании его личного опыта иногда сурфактант, по-русски говоря, работает, иногда не работает. Некоторое время тому назад Уво Дидрик и его научная группа проводили экспериментальные работы по применению лаважа сурфактантом у новорожденных поросят, но, к сожалению, от какого-то сшибающего, сногсшибательного результата он не получил. Поэтому, наверное, рекомендация, я перефразирую по-русски, да, наверное, это не запрещено, но и не показано. Поэтому каждый раз действуйте по обстоятельствам.
Thank you very much. May I have one suggestion? Maybe about one photo together. Okay. It's okay. Okay. Yeah, we can organize it on the way out in front here. Mark, где можно сделать? Есть надо просто. Ну все тогда. I think that we can stand right here and.